В Хакасии возобновят плановую медицинскую помощь. Это будет происходить поэтапно. Ожидается, что в ближайшее время нековидных пациентов начнут принимать в Саяногорской больнице и в хирургическом корпусе Республиканской больницы. Возобновить плановую медпомощь позволила ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Сейчас она более-менее стабилизировалась. В празднике ежедневно выявлялось не более сотни новых случаев. За 11 дней года положительных тестов чуть больше 1000. В медучреждениях освобождаются места. На сегодняшний день свободно примерно треть коек, отведенных для пациентов с COVID-19. Между тем, число летальных случаев продолжает увеличиваться. В общей сложности за все месяцы пандемии в Хакасии скончались 284 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.